детства, как бы, ну как, еще, наверное, с начальной школы, я занимался театром в театральной студии. То есть пошел в подростковую театральную студию, там занимался театром. Вот, потом, собственно, после школы пошел в училище наше самарское. Вот. И вот после училища, как бы, там уже я устроился в театр. И сейчас обучаюсь в Санкт-Петербургском институте культуры и искусств. Это очень интересно, очень здорово. Особенно, когда, получается, я пришел в театр, там как раз сменился художественный руководитель, и руководителем стал Павел Анатольевич Карташов. И он начал ставить спектакль «Миллиард». Как раз первый спектакль, первая постановка в нашем театре. А я еще только пришел в театр, он об этом как бы не знал, потому что только приехал из Москвы. Вот. И для меня, наверное, это стало плюсом, потому что неизвестно через там, сколько дней, там, лет я получил бы первую роль свою, то есть в большом спектакле, во взрослом, то есть как бы, который вечерний спектакль. Вот. А тут, получается, опробовался на роль, естественно, нерешительно очень, то есть на роль слуги. Вот. И тут, то есть мы начали читать пьесу, ему понравилось. И вот он как бы, и вот работа над этим спектаклем, она была очень, то есть очень здорово. Это вот впечатление того, что работать в профессиональном театре, это очень круто, потому что как бы и там тебя обучают профессионалам, но здесь как бы ты работаешь с профессионалом такого уровня, то есть как Павел Анатольевич, это очень интересно, захватывающе, классно.